аграрная, строительная и горнодобывающая техника, как правило, работает в очень тяжелых условиях эксплуатации. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Субботин, и это канал Юка Академия. Я продолжаю делиться с вами своим опытом по внедрению и применению смазочных материалов в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Как и всегда, у меня есть полезная информация, которая поможет сберечь ваши ресурсы, время и, самое главное, вашу технику. Подписывайтесь на канал и поехали! Общее назначение. Современная высоконагруженная аграрная, строительная и горнодобывающая техника, как правило, работает в очень тяжелых условиях эксплуатации. В таких условиях работы многие потребители часто сталкиваются с повышенным угаром масла. Как решить данную проблему и выбрать наиболее эффективный смазочный материал? Сегодня мы поговорим о дизельных Low Subs моторных маслах для современной внедорожной техники, работающей в очень тяжелых условиях эксплуатации, на примере масла Yuka Mega GDX 15W40, API CJ4CI4SM, ASEA E9E7. Данное масло предназначено для всесезонного применения в самых современных двигателях аграрной, строительной и горнодобывающей техники, которая работает в очень тяжелых условиях. Вязкостно-температурные характеристики масла SAE. Класс вязкости SAE 15W40 является наиболее распространенным для внедорожной техники и обеспечивает необходимый уровень вязкости для надежного смазывания при рабочей температуре и эффективную прокачиваемость масла при низких температурах до минус 25 градусов. Категория API и ASEA. Теперь о спецификациях ASEA и API. Большинство современной внедорожной техники оснащено различными системами очистки выхлопных газов и требует малозольных масел уровня свойств ASEA E9 и API CJ4. Масла, которые обладают спецификациями ASEA E9, предназначены для тяжелых условий эксплуатации, соответствуют требованиям от Евро-1 до Евро-6 и рекомендованы для техники, оснащенной системами EGR, SCR и сажевыми фильтрами. Масла API CJ предназначены для внедорожной техники со стандартом выхлопа США уровня Tier-4. Что мы можем рекомендовать в данном случае? Масло Yuka Mega GDX 15W40 полностью соответствует требованиям европейской классификации ASEA E7, E9 и требованиям Американского института нефти API CJ4, CI4. Масло производится на основе базовых масел Chevron и Neste с добавлением современного высокоэффективного пакета присадок Infinium с усиленной антиокислительной и противоизносной составляющей. Масло Yuka Mega GDX 15W40 успешно покоряет рынок Украины, а также экспортируется в более чем 60 стран мира. Наша команда успешно провела множество испытаний масла в самой разной внедорожной технике, от тракторов до карьерных самосвалов. Многие наши клиенты применяют его для замещения импортных смазочных материалов, включая продукцию известных брендов с аналогичными показателями SAE и API. Упаковка. Масло Yuka Mega GDX 15W40 имеет стандартные фасовки. Бочка объемом 200 литров и ведро объемом 20 литров. Итог. Подведем итоги. Масло Yuka Mega GDX 15W40 предназначено для очень тяжелых условий эксплуатации в самых современных моделях дизельных двигателей, оснащенных системами EGR, SCR и сажевыми фильтрами, соответствует требованиям ведущих мировых производителей внедорожной техники – Caterpillar, John Deere, Cummins. Несмотря на наши рекомендации, выбор всегда остается за вами. И помните, выбирая тот продукт, который полностью соответствует требованиям вашей техники и условиям эксплуатации, вы существенно продлеваете ее жизнь. С вами был Дмитрий Субботин. До встречи в новых видео!